custom build quality food made to order. Но я с этим соглашусь. Quality food просто пиздец. Открылось это поебота в 1969 году. Тут история. Стоила эта позолотная хуйня 24 цента, и оригинальный хаббит был открыт в Санта-Барбара, Калифорния. Когда окажусь в Санта-Барбаре, то обязательно зайду. Я не знаю, они его как-то делают по-особенному. Это очень вкусно. У них есть на выбор вот такие вот напиточки, ты можешь взять безлимит, лимонады. Естественно, газировочка, тропический чай. Тут добавочки всякие. И, что интересно, можно брать халапеньо пепперсы, чили пепперс и пепперкникс какой-то. Сейчас мне дадут мой бургер, бля. Ой, это сейчас будет невкусно.